Затем они не просто, братья, не находятся там, где происходят вот эти действия, и сами это не совершают. «Уайда марру биллагви», говорит Аллах Субхану, и когда они проходят мимо празднества, празднество не просто праздник какой-то дозвольный, а имеется в виду там, где люди забавляются, занимаются тем, что то есть, не, то есть гневит Всевышнего Аллаха Субхану, а не довольствует его. То есть, что такое лагу в арабском языке или же в шариате? Это та речь, от которой нет пользы ни твоей религии, ни твоему мирскому. То есть, ни ты пришел на какой-то урок, где ты возьмешь что-то из мирского, изучил что-то полезное по твоей, например, профессии, или же еще что-то научился, например, пожар тушить, или же первую помощь оказывать там, и так далее. То есть, любые примеры, которые приносят тебе пользу в мирском. Или же в религиозном, тем более, естественно, то есть, как какой-нибудь шариатский урок и так далее. Как калями сухафага его нахвим, то есть, как обычная болтовня. Пришел ты в меджлис, и люди сидят, футбол обсуждают. А такой-то знал, какой гол забил. А ты видел, что а такая-то команда, знаешь, а ты знаешь, кто, кого эти купили, а ты знаешь, сколько. Какое тебе до этого дело? То есть, если ты хочешь быть из числа вот этих рабов милостивого, милосердного Аллаха Субхану Таля, это марру биллагу, марру кираман. То есть, они что? Когда проходят мимо подобных празднеств, говорит Аллах Субхану Таля, марру кираман. То есть, марру кираман, то есть, дословно переводится как проходят благородно или же благочестиво. Имеется в виду, что то есть, в арабском языке, то есть, марру кираман, и они юкримуна анфусаву минхада. То есть, они что? Они... можно сказать, то есть благодетствуют к своей душе таким образом, что они недовольны для нее, чтобы, они, чтобы она находилась в этом месте. То есть они относятся к себе по-благому, когда проходят мимо этого. То есть каким образом относятся по-благому, то есть очищают свои души, свои сердца от этого и не находятся с ними. То есть они просто проходят мимо. Увидел это и проходит мимо. То есть, когда они проходят мимо, они понимают, что это глупость, которая противоречит высоким нравам. То есть, это не из нравов человека сидеть, обсуждать, кто кому гол забил, кто как это сделал, хорошо, где что случилось, а ты слышал вот такую-то новость, а ты видел этот, какую яхту купил. Да какое тебе за этого дело, субхана? Это тебе не приносит ни пользы в твоей религии, это не приносит тебе пользы в твоем мирском. Ты просто чешешь языком без никакой на то пользы. Никаким образом ты не приближаешься от Аллаха Субхану Таля, а более того, ты отдаляешься от Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Аллаху мустаан. وفي قوله واذا مروا باللغو اشاره الى انهم لا يقصدون حضورا ولا سماع. Смотрите, более того, то есть прекрасное красноречие, с которым, то есть Аллах Субхану Таля, то есть сказал эту свою великую речь, в словах Аллаха Субхану Таля кроется еще скрытая польза, когда они проходят мимо этих этого праздного. Указание на то, что они, в принципе, не желали туда идти. Они даже у них не было цели, то есть, прийти на это праздное. Но даже когда они мимо проходят и видят это, они проходят это. То есть у них изначально даже и не было. То есть как они туда попали? Они просто шли по своим делам. И увидели это празднество, они не сели туда. Они пошли дальше по своим делам. Аллах мустаан. То есть они не желали не слушать. То есть мы сказали.